Всем привет, народ, с вами Иван Кожей. Сегодня мы продолжим обозревать новые сухарики бренда Хрум. Вот. Напомню, что этот бренд начал выпускать сухари. Один из них мы уже обозревали в одном из прошлых выпусков. И сегодня мы пробуем второй вкусецкий. Это классический вкус краб. Вот. Данная пачка имеет вес 60 грамм. Обошлась она мне в 9 гривен 80 копеек. Купила их в сети магазинов Market Top. Возможно, цена была акционная. Вот так выглядит пачка. У краба синяя пачка, нарисован краб, сухарики, все, в принципе, классично. Классически. Пачка такая глянцевая, приятная на ощупь. Давайте заглянем внутрь. Очень порадовал Хрум, честно, не ожидал от них такого. То есть, те сухарики, которые я ждал, вот, а-ля Хрустим, классическая соломка, пшенично-ржаная или ржаная, точно уже не подскажу. Ух, насыщеннейший крабовый вкус, просто, ну, прям очень насыщенный, мега насыщенный. Вот даже, я бы сказал, чересчур. Вот, ну, в любом случае, это круто. Первый вкус тоже был очень насыщенный, все сухарики с вкусовой добавкой, ну, блин, мне понравились, там топовая оценка была. Вот так выглядит наш сухарь. А-ля Хрустим, только сухарик гораздо тоньше, меньше. Вот, и их по одному сухарику, ну, как бы, можно есть будет достаточно долго, но ты не так, наверное, будешь наслаждаться этим вкусом и самим сухарем, потому что он просто растворяется за мгновение во рту. Что по-своему, конечно же, прикольно. Краб. Сладенький вкус. Сладенький вкус, насыщенный вкус краба и прям, ну, сладость, я не знаю, ну, тоже не надо думать, что это какая-то сладкая конфета или шоколадка или еще что-то. Ну, просто если вы у некоторых там чипсов или сухариков со вкусом краба не замечали там нотки сладости крабовой какой-то, вот, ну, блин, наверное, вы меня не поймете. Ну, я, например, даже у тех же чипсов Lay's, краб, то есть там вот какая-то сладость присутствует. Здесь она сильнее в 2 или 3 раза. Ну, прям сладость, вот насыщенный вкус краба и сладость вот эта крабовая, прям, ну, максимально сильная. Причем вы эту сладость чувствуете в первую очередь, а потом уже в процессе жевания идет уже, как говорится, вдохонку. Вкус краба, и потом за этим всем еле-еле там пробивается вкус сухаря. То есть тут вкусовая добавка еще сильнее, чем в колбасках с горчицей, и тут сухарик теряется прям максимально. Блин, ну они реально, каждый такой сладкий вначале, аж непривычно. Такое ощущение, что действительно каждый из них там вмакали в сахарную какую-то движуху. Вкус краба, ну, в целом мне нравится, и то, что он сладенький, тоже, несмотря на то, что это ржаной сухарь, мне тоже нравится. То есть напомню, что вкусовая добавка настолько насыщенная, что вкус сухарика почти не чувствуешь. Так что тут оно не противоречит ржаной сухарик и сладковатым оттенком вкусовая приправа, вкусовая специя краба. В отличие от первой пачки, есть ощущение, что эти сухарики более твердые, что ли, более хрустящие, чем первые. То есть, возможно, может быть, это связано с тем, что они более поджаристые, ну, зажаристые или засушенные, не знаю как. Правильно выразиться, но вот именно некоторые из них при этом достаточно нежные и хрустящие, но при этом твердее. То есть, что-то в этой пачке я эту большую твердость прям существенно чувствую. Я кайфую именно от этой сладости и, ну, не знаю, мне прикалывает
вот именно эту пачку кушать, ну, сразу так, помного. О. Минус один. Ну, я рекомендую попробовать. Именно как вкусовая добавка. Мне даже не знаю как. Первый вкус мне понравился больше, но краб я тоже очень сильно люблю. То, что он сладкий, мне это тоже очень сильно нравится. Я честно думал, что к этим ржаным сухарикам вкус краба, ну, подходить не будет. Вот. Но такая насыщенная и прикольная вкусовая добавка. Вообще просто делает свое дело, скажем так, и все подходит, все прикольно, мне нравится. Так что рекомендую попробовать. Единственное, что кто не любит сладость краба, возможно, не оцените, но вкус краба очень сильно насыщенный. И есть они на всех сухариках, эти вкусовые добавочки, вкусовые специи. Чувствуется прям аж даже очень сильно. В общем, ответ на дежурный вопрос. Взял бы я в дальнейшем ответ «да». Оценку поставлю 8 из 10. То есть мне нравится, но первый вкус зашел больше. Вот. И, конечно же, рекомендую вам попробовать. Если пробовали, пишите в комментариях, понравились вам эти сухарики или нет. Ну, за эту цену, я думаю, вообще просто топчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо всем за внимание. До встречи и пока!